За покупку туристических пакетов по Дальнему Востоку кэшбэк вырос до 40 тысяч рублей. Вот в каких регионах Дальнего Востока, кроме Хабаровского края, вы бы хотели побывать, что посмотреть? Мы всегда ездим в Приморье, и для нас это очень. На Камчатку, Кулкан, самый основной наш океан. Может быть, Владивосток, Находка. Как Камчатский край, наверное, Сахалин очень интересный для туризма и для познания исторического какого-то ракурса. Ну и Якутия, я тоже думаю, не останется в стороне. Камчатка именно из-за своей стоимости высокой пока не позволяет посетить. И потому я думаю, что вот этот туристический кэшбэк позволит. Камчатка, Магадан. Денег не хватает отдыхать. Приходится работать, времени нет. Камчатку. Там только вулканы и гейзеры, больше там смотреть нечего. На Сахалин, может быть. Хочешь, потому что тут смотреть нигде. Не развито ничего. На Камчатке хотя бы немного денег вложили, на Сахалине, а больше куда ехать? На Курилы, наверное, на Курилы. На Курилах ничего не развито, ничего. На Курилы. Хотелось бы, конечно, побывать в Благовещенске. Ванино хотелось бы. Шантары, да? Шантары, вот. Mm-hmm. Либо, ну, в Приморском крае какие-нибудь там достопримечательности. На Сахалине, на Камчатке. Природа, ну там очень красивая.